Привет подписчикам моим, гости моего канала, зрители, кто смотрит. И сегодня у нас 18-й день инкубации. И в течение 18 дней, поначалу я первые там 5 дней переворачивал 2 раза в сутки. Потом что-то подумал и не стал сильно заморачиваться. И переворачивал уже раз в сутки. Воду подливал часто. Я смотрел по стеклышку, когда нету влажности, тогда нужно подливать. Сейчас все подлито. Яйца перевернул, проветрил. То есть их нужно проветривать еще. Ну и все, через 3 дня они начнут вылупляться. И посмотрим. Вот прошло 3 дня. И уже начинают они вылупляться. То есть вот это яйцо ходит ходуном, а там уже пробил клювиком. И заранее я им подготовил вот такую коробку. То есть тут лампочка. Она регулируется вот этой штучкой. Туда поставил градусник. Вот эта крышка откидывается. Там водичка налита. И положили такую тряпочку. И все, ждем, смотрим. Вот, двое вылупились. Садим их под лампочку. Лежат, сохнет. Тут же котофей ходит. Ему тоже интересно. Ну вот что происходит спустя 12 часов. То есть вот цыпленок вылупляется. Тут клювиком пробил, тут пробил. Ну и пойдемте посмотрим, как те сидят в коробке. Показал, сейчас им налил водичку. И показал клювиком прям туда их чук. Они попили, под лампочкой все равно им жарко. Температура. Сейчас посмотрим. Плюс 39. То есть чуть-чуть надо проветрить. Все, вот они уже бегают, чувствуют себя хорошо. И слышу, что там один вылупился. Сейчас посмотрим. Вот он уже вылазит. Вот черненький. Ну, пусть сидит, обсыхает. Сейчас я его перекину. Ждем следующих. А если вам понравилось такое видео, подписывайтесь на мой канал, пишите, ставьте лайки. Продолжение следует.